Всем привет! Мы приехали в лагерь «Полянка», чтобы дальше знакомить ребят с журналистикой. Мы приехали во второй лагерь в нашем маршруте. Здесь очень много ребят, которые ездят не первый раз. Интересно, почему? Магическое притяжение? Как думаете, почему дети сюда ездят и связано ли это с каким-то магическим притяжением? Конечно, а как же не магия, когда лагерь находится в такой заповедной зоне, в таком месте, где нас окружают водоемы, лесная тишь и благодать. И, конечно, детям здесь, вдалеке от города, покреативить и как-то проявить себя вдалеке от родителей, естественно, это место манит и тянет. Здесь очень весело, мы сюда всех приглашаем и рады видеть. Может быть, и есть. У нас недавно прилетали инопланетяне, и вот летающая тарелка до сих пор лежит на нашей крыше. Но вообще, конечно, лагерь замечательный. По сравнению с прошлым годом, стал еще наряднее, красивее, питание еще лучше стало. Ну, вообще, Полянка – это вообще, наверное, параномальная такая территория. Расположен наш лагерь на очень необычной территории. Да нет, ребята ездят в лагерь, потому что им нравится, потому что Полянка не похожа на другие лагеря. И в Полянку ездят за новыми эмоциями, ощущениями. Дети любят это место и эти наши традиции полянковские. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему ребята сюда приезжают? Может, какое-то магическое притяжение? Наверное, это какая-то очень душевная атмосфера. Здесь все очень друг другу рады, все очень друг друга любят. И поэтому вот это тепло всех и манит сюда. А нам нужно искать дальше. Давайте спросим у самих ребят. Привет, какой раз ты сюда ездишь? Я езжу сюда уже 9-й раз. Я 3-й раз езжу. Привет, какой ты здесь раз? 3-й. Почему ты сюда ездишь? Может, тебя что-то сюда притягивает? Да, притягивает. Тут довольно весело. Всегда причем. Это очень хороший лагерь, мне каждый год нравится сюда ездить. Я побывала в других лагерях и поняла то, что Полянка – это самый лучший лагерь. Ну, потому что, я не знаю, наверное, из-за того, что я езжу сюда много раз. Я уже это все знаю наизусть. Тут очень потрясающие вожатые, потрясающее место, природа, свежий воздух. Ну, вообще атмосфера другая. Я сюда приехал, потому что здесь интересно, мне нравятся мероприятия, нравятся дискотеки, которые проходят вечером. В общем, здесь лагерь хороший. Ну, вот смотри, есть ребята, которые ездят не первый раз. Как думаешь, их что-то притягивает? Может, это паранормальное, магическое? Ну, я думаю, их притягивают мероприятия или дискотеки, которые вечером проходят, потому что их очень много, кто-нибудь собирается на них. Нет, ничего особенного нету, просто здесь очень весело, веселое, вожатое. Это то, что их притягивает. Мне кажется, ребятам тоже, как и мне, нравится проводить здесь время, и они просто уже все сдружились за несколько лет. Думаю, да. Ну, потому что, не знаю, тут как-то человек даже меняется, когда сюда приезжает, поэтому, наверное, все сюда ездят по несколько раз. Хотите знать, что еще интересного и привлекательного в Полянке? Смотрите совсем скоро репортажи ребят из лагеря в нашей группе. И все-таки дело не в мистике, а в дружественной атмосфере. С вами были 17.40, Алина Щенникова и Никита Ляпин. Встретимся в вашем лагере.